Сдался, получай пулю. В США полицейский выстрелил в безоружного врача, который пытался успокоить пациента-аутиста. Страж порядка разрядил пистолет, несмотря на то, что медик поднял руки, назвал имя и сообщил, что безоружен. Как говорится, для надежности. На место действия полиция прибыла после сообщения о возможном самоубийстве. Якобы мужчина вооружился пистолетом и решил свести счеты с жизнью. Но, как известно, у страха глаза велики. На самом деле, в руках у больного находился игрушечный грузовик. Незадолго до этого несчастный запаниковал и сбежал из больницы. Его-то и пытался успокоить терапевт Чарльз Кинси. А в это время полиция держала обоих под прицелом. В поведении врача копы углядели агрессию. Дальнейшее дело инстинктов: ранения в ногу, наручники, отделение и последующие извинения. Ошиблись? Бывает. К счастью, для жизни ранение не опасно. Врач уже идет на поправку, но в полиции проводится служебное расследование.